Много оборудования, например, в областную больницу было привезено временно, по вашему отъезду, демонтировано. Медицинским сестрам было приказано сказать, что их зарплата составляет 12 тысяч рублей, а врачам выданы квитанции на сумму в 30 тысяч рублей, что на самом деле неправда. Большинство больных разогнали, а в некоторых палатах переодетых сотрудников учреждения положили. Это, конечно, вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя в лице контрольных организаций. И мы обязательно такую проверку проведем. Все началось с того, что, в общем-то, после приезда премьер-министра, да, то есть многие пациенты, которые обращаются ко мне, которые лежали у меня в том числе, они мне рассказывали, да, о вот таких событиях, как то, что разогнали всех, да, максимально всех выписали, людей переодетых там положили. Самое главное, что вот с зарплатами вот это была акция, что квитки выдали на 30 тысяч, чего на самом деле не было. У меня вот сейчас женщина, так скажем, вот, просто вот, ну, встретилась, она говорит, я, говорит, все эти квитанции видела, но я, говорит, боюсь. Я ее выдавать тоже боюсь. Потому что человеку полтора года до пенсии осталось, а его могут сейчас выгнать и все просто. Она говорит, она работник по кадрам, то есть я, говорит, эти квитанции видела. Чего же они часто все это заминают? Было это такое, я сама видела. Вообще, кстати говоря, аноним получился незапланированно. Я вообще представился, кто я. Это ошибка связи была, что меня не представили. Меня должны были представить. То есть это получилось случайно было. У меня в умыслах было только премьеру вопрос задать и получить ответ. Действительно оно так или нет? Проверить, правда ли это? Потому что дыма и без огня не бывает. Тем более пациенты это не вот какие-то контуженные, да, после травм или еще чего-то, а которые нормальные люди, как вот мы с вами, без всяких психических отклонений. И приходит, конечно, начальство, да, то есть вызывает постоянно и проводит разъяснительную работу. А правда, что вас вызвали в прокуратуру? Да, 4 часа мне сегодня назначили встречу, но я сказал, что я приду с адвокатом. До адвоката я пока не дозвонился, я пойду туда только с ним. А вам объяснили причину? Не объяснили, просто сказали на беседу. Вы намерены идти до конца и бороться за отстаивание? Да, пути обратного нет уже, я считаю.